А вот и сама красотка. Никто ее не закрывал. Ну, я ее потом закрыл. Да. Она сама пришла в свой вольер. Видимо, тут прохладненько внутри. И вот тут. Теперь вы слышали на понедельник все ругательства. Погладить не стоит, понятно. Надо сюда тоже привезти новую лежанку. Вот. Алиса, кстати, очень любит новые вещи. Когда ей дарят, она четко понимает, что ты ей подарили. И прям радостная-радостная. Да. Вот. Ладно, ладно, все. Оставляю тебя с твоим скрипом наедине.